С чего начинается нефть? Процесс извлечения углеводородного сырья из недр земли, пожалуй, один из самых интересных и важных процессов нефтегазовой отрасли. И требует он особого контроля, ведь успех общего дела зависит от каждой скважины на месторождении. А затем, чтобы все они давали дебет, следят операторы по добыче нефти и газа. С одним из них познакомилась моя коллега Оксана Зачукова. Ей слово. Сергей Сухов в нефтегазовом деле не новичок. Этой отрасли он посвятил более 20 лет. На север приехал уже специалистом. Сначала работал помощником бурильщика, а в 2004 году его перевели в СДНГ-8, оператором по добыче нефти и газа. Сегодня под его ответственностью находится 10 скважин на 396 и 397 кусте Вангапуровского месторождения. Суть моей работы заключается в том, что обслуживание, контроль и за скважинами обслуживаю я их, смотрю, чтобы скважина работала в полном объеме, подавала. И также у нас там есть станции управления, чтобы станции управления всегда были в норме, работали. И здесь слежу я за заверенным устройством, чтобы она тоже была в порядке. Конечно, не обходится и без трудностей, но все они, говорит Сухов, быстро решаются. Бывает, что скважины замерзают, мы определяем, приходится их отпаривать. Бывает, задвижки у нас тоже это самое ломаются, мы их меняем. Работать сейчас гораздо легче, чем это было 10 лет назад, признается нефтяник. В добывающей отрасли многое поменялось. Время не стоит на месте, и сегодня на помощь ручному труду пришли компьютеризированные системы. Раньше, когда я работал для замера скважин, мы вручную переключали ПСМ. В настоящее время у нас уже работу намного облегчили операторам. Сейчас она переключается гидравлически через телемеханику и ставится, они, короче, автоматически ставятся на замер скважины через этот. Здесь идет замер скважины индивидуально. Но все же главное, что помогает Сергею Петровичу в работе, это бесценный опыт и, безусловно, помощь и поддержка коллектива. Работа оператором, она работа интересная и не скучная, потому что к каждой скважине нужно подходить индивидуально. Они работают, в общем, все по-разному, по-своему. И каждую скважину нужно ходить и проверять по-своему отдельно. Но все сложности в начале своего профессионального пути он помнит, а поэтому старается передать свои знания тем, кто только пришел работать в «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаз». Ведь это будущее нефтегазовой отрасли, которое уже пришло на смену старшему поколению. Оксана Зайчукова, Виталий Харченко. Новости нашего города.